Ербол Бажыркенов живет в казахском городе Актюбе. В нашей республике он теперь частый гость. Еще в 2007 году, во время первой поездки в Чечню, он увидел паломников из Ингушетии, которые шли к Зиярту Хеди, матери Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость. Тогда и возникла идея построить для путников мечеть у федеральной трассы Кавказ. Здесь очень много мусульман. И на моих глазах, как Чечня поднималась, и что было эти 6-7 лет назад, Грозный, как он поднялся, как вот эта дорога делалась, это все на своих глазах, это очень благородное и очень хорошее место. Мечеть назвал в честь своего деда Нурдавле, который погиб на Кавказе в далекие 40-е. Каждый год 23 февраля Ербол приезжает в Чечню и совершает обряд сага в память о деде. Он помогает малоимущим семьям продуктами и деньгами. Двадцать февраля для благотворительной акции выбрано не случайно. Казахи были первыми, кто принял переселенцев с Кавказа, делясь с ними последним куском хлеба. Об этой страшной истории гость из Казахстана знает не только из учебников истории, но и по рассказам своих соплеменников. Закончили мы летом, 23-й чуть-чуть перенесли. Вся Чечня практически делает садака именно в этот день, и чтобы она все эти мероприятия, чтобы отмечались едино. Сегодня здесь собираются, чтобы вспомнить жертв депортации и воздать хвалу Всевышнему. Эта мечеть на счету Ербола уже третья. Еще 15 лет назад он построил самую большую мечеть в Средней Азии в своем родном городе Актюбе. Потом, некоторое время спустя, сделал подобный подарок родовому селению своих предков. На сегодняшнее событие приехали богословы со всего района, даже соседней Ингушетии. Каждый старается выразить благодарность в адрес Ербола. В хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказано: «Кто построит ради Аллаха мечеть, тому Аллах возведет дом в раю». И это деяние будет приносить ему вознаграждение от Аллаха даже после смерти. Рахим Гириханов, Алхазур Керимов, Шамиль Сулейманов. Новости.